Короткая разминка под динамичную музыку, чтобы встряхнуться, и каждый участник уже выбирает, что будет делать дальше. Физкультурники могли заняться скандинавской ходьбой или поиграть в футбол. Те, кто не успел прогреться во время зарядки, могли отведать горячего чая с пряниками. Мы приготовили оборудование для скандинавской ходьбы, у нас есть мяч для футбола. Вот. Будет обычная зарядка просто для того, чтобы был положительный заряд на всю, энергии на всю неделю. После короткого чаепития спортсмены сыграли в футбол на одни ворота. Участников утренней физзарядки пока немного, всего 10 человек. Но для первого занятия в холодный выходной день результат неплохой. Одна из участниц, Айлин Гарибова, занимается тхэквондо. По ее словам, такая разминка добавляет полезную нагрузку в рутинный тренировочный процесс. Я хочу, чтобы я смогла выигрывать на соревнованиях. Ну, если я буду спать по утрам, ничего не будет. Физкультурные занятия будут проходить по выходным с 11 утра. Участники дебютной разминки смогли примерить на себе известное крылатое выражение «В здоровом теле – здоровый дух». Арсений Рогозянский, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.